Маленьким симферопольцам не хватает игровых площадок во дворах жилых домов. Эту проблему успешно решают в течение нескольких лет городские чиновники. Вот и на этот раз заявляют торжественному открытию детской спортивной площадки в одном из дворов города быть. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки главы администрации Геннадия Бахарева на улицу Батурина. Здесь местные жители давно мечтают о таком подарке. Уже и территорию подготовили. По словам Геннадия Бахарева, сейчас идет активный процесс закупки материалов для воплощения проекта. Площадка будет готова уже в начале следующего года. И что немаловажно, посещать ее смогут все желающие. Сейчас мы посмотрим по ПСД, подготовку, план закупок и так далее. То есть это удовлетворило заявителя. Естественно, если посещать, что рядом ведутся застройка, чтобы эта площадка не ушла, поэтому мы сейчас берем это на контроль и в дальнейшем будем взаимодействовать. Люди здесь очень достаточно серьезно вкладывают в развитие своего двора.